Владислав Малицький – власник заводу з виробництва ковбасних та м'ясних виробів, меценат та один із засновників платформи «Мрій дій». Любить подорожувати, активний учасник чи не всіх міських заходів. Мріє про яскравий та комфортний Миколаїв. В'ячеслав Сімченко – директор Миколаївського тепловозо-ремонтного заводу, один із засновників платформи «Мрій дій». Відомий миколаївцям не тільки як волонтер та благодійник, а ще як людина з чудовим почуттям гумору та талантом до створення величезних арт-об'єктів. Обожнює солодощі та навколишню красу, намагається із гумором сприймати життєві негаразди. Шаміль Малачів – комерційний директор заводу з виробництва борошна та макаронних виробів, засновник двох IT-компаній та платформи «Мрій дій». Бачить величезні перспективи розвитку нашого міста та вважає за потрібне своєю працею його розвивати вже сьогодні. Любить ділитися набутими знаннями на конференціях та тренінгах, веде активний спосіб життя і щодня вчиться чомусь новому. Доброго ранку! Вітаю в нашій ранковій студії. Не щодня таких гарних чоловіків побачиш, і ми вас зібрали сьогодні до нашої ранкової студії, і за це вам вдячні, що ви знайшли час. Отож, хто не чув, хто не знає, їм всім ми розкажемо, що це за така платформа «Мрій дій», яке відношення ви до неї маєте, і що вже зробили, ну і що будете робити. Вам слово. Хто розпочне? По очереди, давайте. Давайте, по черзі. Ми, напевно, так і сіли, да, щоб по черзі. Зразу поправим, що... Ответим на многие вопросы, часто задают. Это не имеет никакого отношения, эта платформа, к политике, к выборам, к партиям, к избирательным кампаниям. Совершенно нет, хотя очень много задают вопросов на эту тему. Это просто, наверное, потому что в обществе сегодня какой-то перегруз политический уже в умах. Это просто объединение людей с горящими глазами. Это объединение людей, как правило, это все руководители бизнесов различных, малый, средний, крупный бизнес. Это все люди, которые хотят сделать тот окружающий мир, свою среду обитания немножко комфортнее, немножко лучше. Потому что невозможно процветать ни один... Ну, отдельно взятый человек, отдельно взятый бизнес не может процветать и чувствовать себя комфортно, если вокруг... Ну, какие-то есть элементы такой разрухи, полуразрухи, так, сейчас не будем уходить в критику, в негатив. Ну, в любом случае, чем комфортней среда твоего обитания, тем комфортнее тебе. Вот, поэтому собрались ребята, которые по разным направлениям, там, и по благотворительности, и по инфраструктуре, ну, дальше ребята подробнее рассказывают, чтобы сделать вот мир, наш окружающий мир, чуть-чуть лучше, чтобы жить было чуть-чуть интереснее, веселее. Ну, давайте детальніше тоді. Вам уже вдається робити наш мир кращим, так? Що ми вже зробили? У нас є фото з ваших презентацій, коли ви тільки об'єдналися. Ми будемо показувати їх протягом розмови. Хотілося б більш детальніше, так? Тому що, відкриваючи ваш сайт, напрямки вашої роботи. Ось бачимо, благодійна діяльність, збільшення кількості робочих місць, корисна соціальна робота з молоддю. От хотілося б більш детальніше про ваші дії. На самом деле, в городе очень много мечтателей. И мы поняли, что на одних мечтах далеко не уедешь. И нужно было собирать людей, которые любят действовать, которые умеют действовать эффективно, в первую очередь. И внутри нашей платформы все сооснователи, у каждого из них есть определенное подразделение, за которое они отвечают. Это определенное направление по проектам, которые они разрабатывают в группах 2-3 человека. То есть само «Мрій дій», оно довольно много нашего времени занимает, где... Каждый из нас выбирает сферу, за которую мы будем ответственны, и уже реальные какие-то кейсы начинаем делать. Скажу так, у нас 12 числа будет огромная презентация, на ней мы будем показывать все проекты, над которыми мы на данный момент работаем, и не хотелось бы убирать этот элемент сюрприза. Могу одно сказать, то, что уже могу, это, к примеру, работа с молодежью и образование. Это то, что мы готовим ряд конференций, бизнес-завтраков, мастер-классов, приглашая спикеров со всей Украины и даже планируем нескольких за рубежом. То, что сейчас творится там в Киеве, в Одессе, вот эти самые крупные конференции, то же самое мы стараемся привлечь в Николаев. Не только стараемся, мы уже делаем. Это круто, действительно, потому что Николаев такого не выстачает для развития, и для молоді, взагалі, и для малого бизнеса, потому что это проблема у нас в Украине. Ви долучаєте молодих? Вона контактна з вами чи ні? Долучається до вас? Мы приглашаем и готовы к общению, к сотрудничеству с каждым, у кого
горячее сердце, горящие глаза, кто готов не просто сидеть на диване, да, и клацать в Фейсбуке, все плохо, все везде, все серое, все грязное, а кто с каждым, кто готов оторваться от дивана и что-то сделать. И кого нет лишних мотивов. Да, дополнить то, что вы спросили, что-то уже сделано. Да, на самом первом, на презентации нашего проекта были люди, которые выставили некоторые, ну, скажем там, что-то вот свое, да, для аукциона. Мы провели аукцион, да, и деньги вырученные, это, чтобы вы понимали, порядка 36 тысяч гривен, а они ушли на помощь детям в Николаевской больнице. То есть это было передано, вот там на фотографии вы можете увидеть, да, что там передавали медицинские препараты. Это классно. Основная вот задача еще, которая вот видит платформа МРИДИ, да, это сделать наш город более видным. Он замечательный, согласитесь, да, вот он классно построен, он, у него прекрасное расположение, но сделать его более уютным, радостным, вот интересным. И надо не забывать, что он должен быть и инвестиционно привлекательным. От, взагалі, от як у вас виникла ця ідея? Мені просто цікаво, от, знаєте, як виникають взагалі такі ідеї, щоб покращувати місто? Бо я знаю, це завжди цікаві якісь історії. Тому що мрій, які ви правильно сказали, у нас дійсно дуже багато. Дуже багато. А от ті, хто беруться за це, щоб робити щось? Ну, во-первых, подобні структури вже функціонують достатньо успішно, і не один год в інших містах. Є так називаємо ЦО-клуби, це є всеукраїнський ЦО-клуб, є там в Одесі ЦО-клуб, київський, ну, в цілому ряді городів. І вони працюють в цьому ж напрямку. І при цьому у кожного, в принципі, з нас, які ми все-таки от зібралися, об'єднались, в принципі, по окремості, наверняка ці всі ідеї якось крутились в голові. Но, как я уже говорил и на открытии, на презентации, каждый человек, который построил свой бизнес, он сам по себе автономен. Он знает, что ему делать, куда идти, зачем идти. И, конечно, каждый одиночка. И одиночкам им всегда тяжело объединиться, потому что, во-первых, каждый достаточно загружен по времени. У каждого, кроме основной работы, есть еще целый ряд направлений, может, и каждая личность. И, конечно же, вот как раз объединить, собрать, это, наверное, хорошо, звезды как-то так сложились, что все-таки у нас вот, либо каждый достаточно созрел уже, был подготовлен к этому, что все-таки получилось такое объединение. И дальше, я уверен, что будут результаты. Так, ну до вас багато людей доєдналось, ми бачили на презентації багато. Чи можна і запитання від глядачів, да, чи можна до вас долучитися, якщо я не є підприємцем, не є політиком, ну, ну вибачте, знову то про це запитують, і якщо в мене небагато грошей? Ну, якщо не політик, то вже... Поясніть, будь ласка, так. Уже, дайте ж, двері відчинені, так. Ну, дайте відповідь. Пожалуйста, ми приглашаємо будь-яких соціально активних людей, які от, ну, болеють душою за свій город і хочуть щось от змінити. Ну, є хороше вираження Теодора Рузвельта, яке вам сказав, да, ти роби те, що можеш, там, де ти зараз. Вот, вот, это очень интересное выражение, и приглашаем всех, кто вот может... Кого есть идея, правильно, да, приходится до вас. Да, с любыми идеями могут прийти, и также с реализацией, то есть не обязательно быть участником платформы, если у тебя горят глаза, можешь присоединиться на волонтерских условиях к платформе, и если тебе нравится то, что мы делаем, то как бы помогать своей энергией, своим временем, это тоже очень важно. При этом все эти проекты, еще раз уже добавлю, может, сейчас задают вопрос, которые мы планируем реализовать, уже там частично реализовали. Это все не имеет на сегодняшний день никакого отношения к бюджету, к бюджетным деньгам. Это все будет реализовываться за счет собственных средств участников платформы. У нас есть определенные членские взносы ежемесячные, и собранные средства как раз и будут идти на реализацию этих всех проектов. Круто. Отже, офіційне відкриття у вас буде платформи, навіть зустрічі наступного тижня, 12 лютого, так? Да. От, як стати учасником цієї платформи, от, щоб завітати? От я просто дивлюсь, у вас і написано, що багато таких питань. Як стати учасником, що це дасть людині, і як взагалі далі будуть відбуватися ці зустрічі і робота ось? І з цього приводу ще одне питання до вас зараз в режимі онлайн. Чи є у вас жінки в команді? І який у вас планується такий масштабний результат, щоб його відчули мешканці Миколаїв? Ну, давайте, так? Да? Во-первых, для вступления в платформу мы сейчас довольно активно продвигаем свои социальные сети, чтобы люди имели понятие о том, как вступить, о чем платформа.
можно перейти на наши страницы в Фейсбуке, Инстаграме, которые переведут на сайт merindi.com.ua. Там можно просто заполнить контактную информацию, и с вами свяжется наш менеджер Илья, который и объяснит, о чем платформа, что нужно делать для вступления. Насчет цели, такой одной глобальной цели у нас нету, потому что из чего-то одного построить действительно неординарный классный город, это нельзя. У нас есть цели в плане инфраструктуры, это в улучшении инфраструктуры города. У нас есть планы в сфере образовательной, это сделать саму социальную и образовательную жизнь в городе лучше. У нас есть культурные цели, это улучшение самой культуры, восприятия людей, которые существуют в городе. То есть у нас есть все эти KPI, по которым мы ориентируемся, за которые люди отвечают. То есть задача сделать Николаев городом на уровне Києва, Львова, Харкова, ну и стараться двигать дальше, как Нью-Йорк. Ну да, это... Ну и, да, ну, скажем, и я хотел бы дополнить, наверное, все-таки мы будем рассматривать такую систему взаимоотношений, как социальное предпринимательство, где могут вот, быть задействованы все вообще, ну, слои общества, все население в Николаеве, причем это должно быть очень захватывающе, интересно, ну и, конечно, приведет в восторг самих участников этого. Я думаю, взагалі зараз миколаївці слухають, що от завдяки таким активним людям, які є, от що створюють таке щось для нас, це дійсно круто, які допомагають розвиватися і не сидіти на місці, не писати постійно погані коментарі у Фейсбуці і навсилаєтесь. От я навіть спробую, хочу показати, от де можна слідкувати у Фейсбуці, як можна знайти сторінку. І я так розумію, що кожного дня у вас там з'являються якісь нові новини, саме заходи, як можна відслідковувати і долучатися, не сидіти просто так, а робити щось для себе і для Миколаєва. Так? Очі у вас точно горять, і горять, ми в цьому вже переконалися, тут вже ніяких не може бути коментарів. Ось зараз ми можемо бачити, дійсно, як відслідковувати в соцмережах вашу сторінку, долучатися, коментувати, ви відкриті до меседжів, і дякуємо вам за це. Це дякуємо, так, я так розумію, учасника буде, так? Ось ми зараз бачимо, так. Нам якраз на мероприятии буде приїжджати Дмитрий Флюк. Он основатель Urban 100, кафе, в которое собрались 100 человек, инвестируют по 1000 долларов каждый. Мы стараемся привлекать таких людей, которые делают какие-то интересные масштабные проекты. И в конце месяца к нам приезжает Даниэль Сален из Одессы. Он был телеведущим, кажется, нового канала. И сейчас владеет рядом ресторанов, тоже очень социально активный. Мы стараемся как можно больше людей таких привлекать и создавать конференции, которые будут открыты для людей, для общей публики, для нетворкинга. Значит, генерировать идеи позитива, генерировать идеи предпринимательства, причем предпринимательство не просто сидеть там где-то что-то перепродать, а предпринимательство в том плане, что предпринимай, что-то делай для того, чтобы и заработать денег, для того, чтобы тебе, и тебе, твоей семье, твоим окружающим было чуть комфортнее. И давайте не забывать, что это тоже весело. То есть большая часть участия платформы – это как раз общение с людьми, это какие-то activities, то, что мы делаем вместе. Это не обязательно все эти рабочие встречи. В первую очередь это крутая тусовка, интересных людей, потому что общаясь с сильными людьми, ты всегда становишься сильнее. От каждого ты все равно перенимаешь какие-то на уровне флюидов, на уровне эмоций, там где-то на уровне идей, там все что угодно. В любом случае, хочешь быть сильнее, быть богаче, быть умнее, общаясь с сильными, умными и богатыми. Ти взагалі можеш і себе, якщо треба там просунути, от просто сказати, може допоможе, так, якимись знаннями, то це варто відвідувати такі зустрічі. Дякую вам, дякую за таку вашу активність. Знаєте, активність і гумор, і позитив рятують наш світ. Жаль, що времени мало було для того, щоб розказати побольше о платформі. Взагалі, всі, хто нас слышить і видит, пожалуйста, приобщайтесь. Ну, буде весело, буде класно. Ми зробимо це все вместе. Діліться з нами, розказуйте своїми подіями, ми залюбки будемо висвітлювати і надихатися вашими діями. Дякуємо вам за це. Нагадаю, хто був у нашій ранковій студії. Так, я нагадую, В'ячеслав Сімченко, засновник платформи «Мрій Ді», також Владислав Малицький та Шаміль Малачиєв, співзасновники платформи «Мрій Ді», були сьогодні у нас в гостях і так позитивно розказали, я думаю, зарядили на активність і наших глядачів.